Я больше не выдержу. Если мы остановимся прямо сейчас, все наши предыдущие усилия будут потрачены впустую. Просто попробуй потерпеть еще чуть-чуть. Я не могу больше, не могу! Невозможно поместиться в этом платье! Выдохни! Я не могу дышать! Помогите! Мне жаль, но ты не должна выходить так. Давай повторим это. Боже мой, давайте сбежим, пока не поздно. Мэри, вы действительно можете превратить дурнушку в красавицу. Кто это тут дурнушка? Просто случайность. Вот видишь, ты должна меньше есть вареных овощей. Молодой мастер, все готово к фотосессии. Фотосессии? О, боже мой, она буквально фея из другого мира. Ха-ха-ха. Кто? Я? Где это я нахожусь? Почему никто не предупредил, что будет фотосессия? Бьюсь об заклад на Харли Дэвидсон. Через 3 минуты Найт изменит свое мнение. 5 секунд. Чуть изменим угол, милая. Нет! Не забудь отправить документы на Харли Дэвидсон ко мне домой. Что? Я же просто пошутил! Можно с ней немного поговорить? Я совершенно не имею опыта в этом. Не нервничай. Нам просто нужно сделать несколько фото. Может, попробуешь улыбнуться? Да, но мое лицо каменеет, когда я смотрю в камеру. А еще не знаю, куда деть руки. Надо найти самый удобный и быстрый способ. Принесите гитару, пожалуйста. Вот это оно! Вот это настоящее чувство! Почувствуй то же самое, что чувствовала, когда пела той ночью. Это действительно он был в ту ночь в клубе. Ты сможешь сделать это? Да. Вау! Я ни разу не видел, чтобы ты с такой нежностью относился к кому-нибудь. Когда я получу бумаги на Харли Дэвидсон? Ладно, ладно. Просто притворись, что ничего не слышал.